Максимом познакомила Вика 5 лет назад через нашего общего знакомого. Мы к ним приезжали в гости, потом гуляли вместе одной компанией. Вот, я сразу обратил внимание на Иру, она мне очень понравилась. И мой друг сказал, будет замечательная жена. И вот спустя 5 лет у нас сегодня свадьба. Мое первое впечатление было хороший парень, но я бы никогда в жизни не подумала, что мы поженимся. Ирочке я сделал предложение в новогоднюю ночь, так сказать, под бой курантов. Это было в Париже, возле Эйфелевой башни. Это было очень неожиданно. Я была в шоке. Вот, ну, это было романтически, классный был момент, на всю жизнь останется у меня в памяти этот день. Дорогая Ирочка, с того дня, как ты появилась в моей жизни, в моем сердце появилась любовь. Большая любовь, большой свет любви, благодаря которому я сейчас могу просто растопить весь мир. И эта любовь будет всегда в моем сердце. Я очень тебя люблю. Я клянусь беречь себя, как тебя, как зеницу ока, оберегать и... Я тебе клянусь, что этот миг сегодняшний, эту любовь, которую в моем сердце сберегу навсегда. Я хочу сказать тебе спасибо. Я благодарна тебе за твою любовь, заботу, поддержку. Я счастлива, что у меня есть ты. Иногда обычные, на первый взгляд, вещи, когда ты не забываешь захватить в магазине для меня что-то вкусненькое, заставляют мое сердце таять от нежности и вновь напоминают мне о том, какой ты заботливый и внимательный. Люблю тебя. Варто всього лише сказати тільки одне, що силою наданий мені, вами, перед усіма рідними, звичайно, один перед одним, оголошувалась чоловіком дружини в черговий раз. Гірка!